Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и я по-прежнему обозреватель косметики Oriflame, и сегодняшнее мое видео посвящено обзору фиксирующего спрея для макияжа. Я уже делала одно видео, сейчас уже прошло 2 недели, как я им пользуюсь, и, соответственно, впечатлений у меня о нем больше. Это первое. Баночка подобного продукта, который попал ко мне в руки, и в самом начале я сомневалась, а нужен ли такой продукт вообще. Если вы не паритесь стойкостью макияжа, если вам не нужно, чтобы он был досконален, или у вас есть время его поправлять периодически, то, наверное, вы можете обойтись без этого спрея. Если же вы достаточно активны и у вас не всегда есть возможность открыть пудреницу и посмотреть, собственно говоря, что там на лице, и тем более его поправить и обновить, если есть необходимость, то, конечно, спрей – это палочка-выручалочка. Скажу точно, что у каждой из нас есть определенные дни, дни рождения, может быть, свадьбы или какие-то деловые, может быть, встречи, когда нужно выглядеть безупречно и без конца смотреть на себя в зеркало, проверяя, все ли там в порядке, но точно не актуально, да и некогда, да и мысль такая в голову не придет. И, конечно, вот этот спрей – палочка-выручалочка. Поэтому я бы посоветовала этот спрей иметь каждой девочке, потому что разные бывают случаи, и иногда нужно быть во всеоружии, выглядеть целый день действительно на 100%. Он реально закрепляет макияж. Вы будете выглядеть свежо, причем у меня очень стойкая тональная основа, она сама по себе не течет. Но так свежо, как с этим спреем, я обычно не выгляжу. Действительно ощущение, как будто вы только-только нанесли макияж, и закреплять повторно макияж пудрой в течение дня не хочется. Максимум, что можно сделать, это взять матирующие салфеточки подобного плана и промокнуть влагу, даже не сальный секрет, а больше влагу, потому что лицо потеет, да, терморегуляцию никто не отменял, слава богу, и она присутствует. Классный, классный продукт, и я обещала, что мы разберем состав. Помимо закрепляющих компонентов, которые, собственно говоря, и фиксируют макияж, у нас в состав входит витамин Е, а также увлажняющие и смягчающие компоненты. Я заказала такую же баночку, еще одну, для своей дочечки, и очень порадовало то, что я смотрю в следующем каталоге с 60% скидкой, по-моему, даже в каком-то последующем, опять со скидкой идет, это хорошо. И я как-то часто им пользуюсь, потому что очень большой соблазн сохранять макияж вот в таком идеальном состоянии. И мне интересно, насколько мне этого продукта хватит и когда же мне приобретать новую баночку. Поэтому думаю, может быть, еще купить одну про запас для себя. В общем, над таким вопросом раздумываю. Ну и благодарю, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока.